Димитровградская драма на соцжюри представила постановку «Примадонны». Спектакль на фестивале «Лицедей» удостоен награды в номинации «Лучший актерский ансамбль». Награды получили и артисты драмы. Лучшая мужская роль – Андрей Лазарев. Лучшая женская роль – Наташа Константинова. За верность сцене – Олег Иванович Козовников. И открытие получил Павел Митякин. Олег Козовников на фестивале «Лицедей» награду получал не впервые. В 2009-м лучшая мужская роль, сейчас за верность сцене. А сцене артист верен 27 лет. 20 из них служит в Димитровградской драме. Театр – это храм, в который нужно приходить, отдавать всего себя, любимому делу. Ну и чтобы это дело кому-то нравилось еще. Юлия Лаптева, Виталий Немов. «Наше время».